Всем привет! Автомобили с пробегом Trinity Expert. Давайте смотреть, что есть из седанчиков, из легковушек. Итак, Solaris Dory Style. Самая простецкая такая конфигурация, я так понимаю. Смотрим. 16 год, 865 тысяч рублей. Механик, один владелец, 123 лошади, пробег 161 481 километр. Оригинальный ПТС, без ДТП и так далее. Подтвержденный пробег. Ну, намыть, да. Что-то там уже снизу такое. Эти уже лупится все это дело. Штампы и колпаки. Гранта. 16 год. 595 тысяч рублей. Привод передний. Механика, понятно, 80 лошадей. Пробег 114 тысяч 123 километра. Видимо, дождик прошел. У нас там в нашем районе не было, а тут. И, кстати, это у нас лифтбэк. Но тоже пробег приличный. Штампы и колпаки. Ни датчика, ничего нету. Вот у Веста хотя бы сзади датчики парковки есть. Не, это грязь, это не ржавчина никакая. Нормально. Тоже штампы и колпаки. Ветровики имеются. Ну тоже намыть все такое будет смотреться неплохо. Давайте смотреть цену. Лада Веста, 20-й год, 1 миллион 135 тысяч. Механика, один владелец, 106 лошадок. И пробег 60 тысяч 200 километров. Тоже думал, нет, это грязь. Ну вот, такая вот Веста. Солярис. Вот, смотрите. Две белых машины. Солярис и Веста. И что, вот он лучше смотрится, что ли? Вот, честно говоря, вот опять-таки все это на любителя. Что здесь рестайл типа не делали, что тут типа его делали, так машина один фиг тоже дофига подорожала, еще и больше, чем это. Ну и не знаю, и было ли смысл огород городить. 20-й год, 47 531 километр пробег, 1.6 движок, 123 лошади, механика. Ну вот такая цена. Штампы, колпаки, посмотрите еще, как видите, в крыльях. Идем дальше. X-Ray Cross. Пластиковый обвес, зимняя резина, такие диски зачетные. С тонировкой. 20-й год, 1 113 000, имеется батарея в лобовухе, вариатор стоит, не владелец ПТС, 113 лошадок, пробег 111 150 километров. Вот опять-таки, да, машине, ну, грубо говоря, 3 года, и человек за это время уже успел наездить 111 тысяч. Ну и что вот ему делать? Еще сотку ездить, да? Ну, не знаю. Вот он принял решение продать. Он ее все продает или уже продал. А дальше получается, что ему трава не растет. Какой тут будет ресурс? Ему вообще пофигу на это, правильно? Так же, как и владельцу бывшему вот этой машины. Что там с ней будет дальше? Да вообще наплевать. Там кто-то пишет, вот ресурс. Ну вот на этом ресурсе и пусть кто-то второй ездит, правильно? А что первому-то за это переживать? Деньги есть, поменял машину, и трава не растет. Все. Но цвет достаточно такой неплохой. Литье, ну чисто такое шкодовское, да? Повторители в зеркалах. А цены-то тут как раз и нет. Возможно, что недавно пригнали. Хотя, если судя по тому, что она такая же грязная, она стоит тут тоже вместе с ними уже давно. Ну, может быть, отложили пока машинку. Идем дальше. Еще Solaris. И тоже штампы и колпаки. Ну тоже, как я говорил, да, смотрите. Корейцы как сказали, что мы рассчитываем на то, что Solaris будут покупать
средней комплектации комфорт. Так и получилось. В базе уж совсем голую машину никто не хотел. А в топе она была, да, там много чего было, но считалось, что дорого. Вот поэтому люди и брали либо просто комфорт, либо там еще прикупали какой-то там этот пакет. Вот, собственно, и все. Поэтому тут говорить о том, что машина была крутая, тоже, наверное, не приходится. Если я правильно помню, первые солярисы, они вообще шли, там вообще тихий ужас, и там с подвеской, плюс еще, если я правильно помню, в базе даже спинка была неделимая, как в Гранте и в Логане. Солярис 2, рестайлинг, 21 год, 55 497 километров, 1.6, тоже стрелочный автомат, 1 595 000 рублей стоит вот такая машинка. Жаль, что вот этой машины цены нет. Интересно было посмотреть. А вы знали, что на Автоспот можно не только найти лучшие приложения по стоимости ТО, но и посмотреть рейтинг сервиса и отзывы реальных клиентов? Поэтому, если вам нужно пройти ТО, сделать диагностику или ремонт автомобиля, как у официальных дилеров, так и в независимых проверенных автосервисах, то вам на автоспот.ру. Экономия на плановом ТО может составить до 10 тысяч рублей, а, например, при замене масла до 4 тысяч рублей. При этом на сайте всегда есть секретные акции и спецпредложения. Разумеется, есть и предложения на новые автомобили от новых дилеров со скидками даже за наличные. Ссылку оставил в описании. Еще у нас X-Ray-чик. Это уже обычный. Штампы и колпаки. Ну, достаточно такие прикольные колпачки, скажем так. Здесь, видите, у нас снизу заглушки. Смотрим. X-Ray 18 год, 945 тысяч рублей. Механик, один владелец, 106 лошадей. Пробег 69 тысяч. Прямо вот ровно, да, 69 тысяч написано. Ну, будем считать, что так. Вот, почитайте, что тут написано. С тонировкой. Рейлингов нет. Ну, тоже человек продает. Рено Логан Степвей. Пластиковый вес, туманки имеется. 1 миллион 355 тысяч, 21 год. Механика, один владелец, 113 лошадок. Пробег 30 162 километра. Батарея лобовых имеется. Давайте обойдем, посмотрим. Ну, салончик чистенький, так не ушатанный, но либо вы хорошо почистили. Тут хороший так, вот вижу. Еще предлагается зимняя резина к этой машине, а летняя у нас резина Continental. Тачки, парковки присутствуют. Ну вот такая вот машинка. Штампы, колпаки. Еще одна Vesta седан. Тоже видите штампы, колпаки. Механика, большой экран мультимедиа. Руль у нас без подогрева, без кожи. Смотрим. Веста 18 год. Механика, два владельца по ПТС, 106 лошадок. Пробег 52 237 километров. 963 тысячи стоит вот такая машина. Ну и вот, что-то, видимо, купили. Еще у нас две гранты осталось. Смотрите, Гранта 21 года, 795 тысяч, механика, один владелец, 90 лошадок, 1.6 движок, пробег 34 759 километров. Литье стоит, но сзади, понятно, барабаны, тормоза, и это у нас, как видите, кузов лифтбэк, красиво смотрится машинка в таком кузове, честно. Вот мне седан не очень нравится, а это вот как-то более такой завершенный у нее вид. Вот видите, да, лифтбэк и седан. Есть разница, мне это больше, вот такой кузов больше нравится. Ну и что, вот еще у нас такая от Гранта на литье. Смотрим. Черные ручки, видимо, не совсем была дорогая комплектация. Понятно, что механика. Пятнадцатый год Гранта. 495 тысяч стоит машина.
механика, два владельца ППТС, 87 лошадок и пробег 92 100 километров. Вот такая машина. Пишите, подписывайтесь. Всем пока, счастливо.